Друзья, привет! Приветствую вас на канале. Сегодня хочу сделать крылышки во фритюре. Вот здесь у меня килограмм крылышек. Сейчас я их разделю по суставам. И буду жарить именно по суставам, небольшими кусочками. Итак, я разрезала по суставам на три части, получается. Вот эта часть, я ее не буду использовать. Это пойдет у нас, как говорится, на супчик дня. А вот эту часть надо предварительно замариновать, чтобы они немножко постояли, ну, полчасика хотя бы, и пропитались. А для этого мне понадобится, значит, соль, растительное масло для обжарки, черный перец крупномолотый, чесночок сухой или свежевыжатый можно. Ну, и буду немножко использовать приправы для шашлыка, потому что здесь много пряных трав. Вот сейчас, значит, сюда добавляю чуть-чуть соли. Так, добавляю. Можно использовать, знаете, можно использовать аджику. Аджику можно. Ну, вот так я добавлю даже побольше. Вот так чуть-чуть побольше. Вот, приправы для шашлычка. Дальше, что я еще добавляю? Перчик. Перчик немножко крупномолотый. И немножко добавляю чесночок. Чесночок у меня тоже будет такой, как это сказать, сублимированный, что ли, вот. Вот так. Все. Теперь это все перемешиваем и оставляем мариноваться приблизительно полчаса. Итак, друзья, прошло полчаса, может быть, чуть больше. И сейчас я буду обжаривать. В кастрюлю наливаю растительного масла. И буду делать крылышки, обмакивая вот в такие сухарики. Это корейские сухарики. И получается, знаете, когда крылышко обмакиваешь, получается как в KFC. Вот. Кроме того, еще я пожарю также картошечку фри. Я вот такую большую картофелину пожарила. Вот. Нарежу ее соломкой. И тоже буду жарить. Скорее всего, одновременно с курочкой. Ну, чтобы одновременно, как говорится, и достать. Итак, ребят, приступаем. Значит, мы берем крылышко, и вот так я его обмакиваю хорошо. Вот в яйце не смачиваю, потому что оно так как бы слегка же влажное у нас. Вот с яйцом как-то оно сильно мокреет сухари. И опускаю в нашу кастрюлю с раскаленным растительным маслом. Масло нужно раскалить приблизительно, ну, почти до дыма, скажем так, почти до дыма. Картофель я порезала вот такими брусочками и буду сейчас опускать вместе с нашей курицей. Они приблизительно жарятся одинаково, но, может быть, курочка на одну минутку там подольше жарится. И все это до золотистой корочки обжариваю. Обжариваю приблизительно вот до такой золотистой корочки. Вот это уже готово, можно доставать. Кроме того, я приготовила соус. Я смешала кисло-сладкий соус и обыкновенный наш классический соус. И добавила немножечко свежей зелени петрушки или укропчика можно. Можно кинзы. Кстати, его попробовала, очень вкусно. Как раз подойдет крылышкам, именно крылышкам и картошке фри. Друзья, посмотрите, какое получилось замечательное блюдо. Всего одна картофелина, килограмм крылышек, соус. Ну, наслаждение вкусом. Просто обалденно. Вот это получаются крылышки тогда хрустящие-хрустящие. Но я использовала корейские сухари. Можно использовать и наши, но вот именно с корейскими фирмы Оттоги получается вот так. Вот так, ребят.
На этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписался. До скорых встреч. Пока-пока.